Обрывы в несколько метров, разрушенные защитные дюны и пляжный инвентарь. Морю потребовалось всего несколько дней, чтобы полностью уничтожить все старания муниципальных служб Йод-Крантиениды. Под угрозой оказались не только сами пляжи, но и спасательная станция Ниды. Море подобралось к ней практически вплотную. Руководство Неринги называют ситуацию экстремальной, но сделать ничего не может. Присмотр за дюнами Ниды находится в ведомости Национального парка Куршской косы, и на сохранение дюн правительство страны не выделяет денег самоуправлению Ниды. В свою очередь, руководство Национального парка Куршской косы просит не драматизировать ситуацию и обещает в срочном порядке принять меры по укреплению проблемных зон.